Знак Игни – это простейшая магия, доступная ведьмакам, основанная на элементе огня. Цвет, конечно же, красный, символ обозначает огонь в алхимии. Игни является самым часто используемым знаком в серии игр про ведьмака, так как помимо волны и пламени позволяет поджигать и тушить любые источники открытого огня, например, свечи, лампы, костры. Но главным его преимуществом является то, что он работает практически на всех врагов, в том числе и на тех, которые гораздо выше уровнем, за исключением разве что монстров из камня, призраков и воинов дикой охоты. Сегодня мы будем готовить на открытом огне твари этого мира с сильнейшим билдом на Игни. Привет, ковбой, с вами Войс Ребус и пылающий пиромант Геральт на просто канале об играх. И так как по сути Игни это единственный знак, который может самостоятельно убивать монстров в чисто магическом билде, я предлагаю вам немного поэкспериментировать с его вариациями и первым рассмотреть доработанную версию билда с максимизацией силы знаков. Набор навыков совпадает с тем, что был в сильнейшем магическом билде с максимизацией силы знаков. На мне все тот же сет брони Грифона, но в нее я дополнительно вставил зачарование взрыв. Это когда умирают поджога, враги взрываются и поджигают рядом стоящих, а остальные слоты забил рунами на усиление Игни. Взрываются они, конечно, знатно, но толком никого не поджигают, так что зачарование скорее фановое. Для данного билда я бы посоветовал ставить куда более полезное отражение для отражения стрел. Данная сборка хорошо справляется со своей задачей и наносит огромный урон врагам, даже на 30 уровней выше. Мне нужно было собрать последний несобранный знак силы в Тусенте, который охраняли арахноморфы 90 уровня. Я решил использовать этот же билд, но добавив в него немного адреналина. Во-первых, это навык управления гневом, чтобы использовать знаки за счет адреналина. Во-вторых, это выброс адреналина, дающий прирост адреналина от применения знаков. Ну и раз уж мы ушли от максимизации силы знаков, то я поставил еще контроль метаболизма, чтобы использовать больше отваров или зелий и повышенную сопротивляемость, чтобы интоксикация не наносила урон. В итоге я могу сказать, что хоть и просел в силе знаков, но на урон поджигания это никак не повлияло. Отсюда и закономерный вопрос, как оно вообще работает? Итак, у поджигания Игни и ее зависимости от силы знаков есть несколько правил. Во-первых, сила знаков влияет на разовый урон от тика при поджигании, при этом влияет оно не сильно. Если вы уже смогли поджечь врага и у вас хоть как-то прокачан Игни, то вы наносите высокий урон от поджигания. И при приросте дополнительных 100% от силы знаков увеличит его урон примерно на 1-5%. У меня при приросте в уроне при изменении силы знаков от 300% до 500% на 1-2000 при начальных 10 тысячах урона за тик. Во-вторых, и самых главных, сила знаков и особенно сила Игни влияет на количество тиков. То есть при поджигании врага каждый тик наносит определенный урон. И таких тиков обычно несколько. Чем выше сила знаков, тем больше этих тиков. Начиная от 2-3, заканчивая примерно 10. Это хорошо видно на врагах моего уровня, когда при максимальной магической сборке они умирают от одного поджога, а если разбавить сборку силовыми навыками, то приходится поджигать дважды. Но на самом деле это не так уж и важно, ведь мои билды позволяют спамить Игни каждую секунду. Ну и в-третьих, есть определенный порог поджигания, даже если у вас стоит навык на 100% поджигание. Сильные враги могут не гореть, так как вы тупо не пробиваете их сопротивление. А если поднять силу знаков, то поджигание проходит. Это заметил я, когда тестировал финальную версию билда, и у меня не поджигались противники в форте, пока я немного не увеличил силу знаков. И последнее, самое забавное, поджигание наносит не фиксированный урон, а процентный от ХП. То есть неважно, воюете ли вы с врагами вашего уровня или на 30 уровней выше, горение сносит лишь определенный процент ХП. Так забавно наблюдать, когда врагам сотого уровня тик сносит по 30 тысяч урона, а врагам нашего уровня по 1000. Итак, мы уже знаем, что сам по себе Игни крут, и ему не обязательно 100% сборка в усиление силы знаков. Давайте попробуем гибридные сборки. Во-первых, я полностью повторяю сборку на Аксии, которую мы тестировали в прошлый раз. Только 3 навыка от Аксия меняем на 3 навыка от Игни, исключая вторую форму. Идея примерно та же. Пока враги горят после поджигания, мы их убиваем сильной атакой. В целом это работает, но есть определенные сложности. Во-первых, поджог длится не так долго, как стан от Аксия. И пока мы всех поджигаем, первые подожженные уже оклемаются и идут нас атаковать. Во-вторых, Игни, в отличие от Аксия, наносит урон, и пока ты пытаешься всех несколько раз переподжечь, они уже как-то и без атаки мечом вдруг умирают, а значит и смысла в ней нет. Но есть у нас крутейшее зачарование кольцо, которое делает первую форму Игни круговой, но без поджога. И я подумал, что стоит ее проверить, ведь во-первых, навык Игни расплавленный доспех умеет снижать показатель брони, что должно облегчить сражение. Во-вторых, круговая атака Игни будет действовать как арт, избивать настрой к атаке всех врагов, ошеломляя их на долю секунды.
секунда. Сказать, что эта идея провалилась, ничего не сказать. Во-первых, уменьшение противником брони увеличивает урон на показатель этой брони. Например, защита 400, мы снимем 75%, оставляя 100, а урон увеличится как раз на эти 300 единиц. Когда у противника десятки тысяч хп, это очень уж незначительно. Во-вторых, круговой игни хоть и действует как плохой арт, толку это не дает, и ты очень быстренько умираешь. Что в итоге? Игни, он по сути самостоятельен, и когда мы решили убивать врагов поджиганием, то большого смысла максимизировать дополнительную атаку мечами нет, а значит можно сконцентрироваться на выживании и возможном применении атаки мечом либо для противников, на которых игни не действуют, либо на особо сильных одиночных врагов, немного ускоряя их процесс смерти, короче говоря, не часто. Вот так примерно выглядит мой вариант самого сильного билда на игни. Сборка такая. Мутация эйфория для силы атаки и знаков от уровня интоксикации. Из знаков нам по сути важно увеличение силы знака игни и пироманьяк для шанса поджигания. Заметьте, мы не берем расплавленный доспех, так как по сути он не влияет на силу поджигания, так как критический эффект игнорирует броню. Мы не берем вторую форму игни огненный поток, так как он нацелен на нанесение урона от самого знака, а не от его критического эффекта. Но мы берем пироманьяка. Даже если статы уже показывают 100% шанс поджигания, это все равно увеличивает эти шансы еще больше. Также нам нужен третий магический навык, чтобы забить 3 слота активных ячеек. Я советую первую форму Квена, так как по сути билд мы будем собирать на защиту через медведя. Если не хватает очков навыков, то можно отказаться от пироманьяка. Если очков совсем нет, то качайте 3 любых знака, например, первую строку Квена, Аксия и Игни. Добавляем в билд элемент урона, например, 3 первых навыка на сильный или быстрый удар. Если очков навыков мало, то вихрь или разрыв не берем, меняем его на решительность. Атака по сути будет нужна для фана или для врагов, которые плевать хотели на поджигание. Из желтых нас интересует набор из техники школы Грифона, управление гневом, выброса адреналина и контроль метаболизма. Осталось взять навыки на интоксикацию, повышенная сопротивляемость и приобретенная стойкость из линейки алхимии. Добить это синергии для увеличения силы мутагенов и разбавить мутации ткани для увеличения хп. И, например, ужасом для снижения урона от монстров. Кстати, ужас можно заменить на что угодно и не обязательно из линейки алхимии. Мутагены ставим как и полагается, красный к красным, синий к синим, и так как билд на игни плюс выживаемость, оставшиеся слоты занимаем зелеными мутагенами на хп. По броне вы сами все видите, мечи и один элемент доспеха грифон, для получения первого сетового бонуса от 3 элементов брони, остальное медведь для сопротивления к урону. Кирасу зачаровываем на баланс, чтобы этих доспехов был средним, и мы получили бонусы от желтого навыка. Остальные слоты забиваем рунами на силу игни. Мечи можно поставить силу знаков, либо наполнение, все зависит от того, как часто вы планируете пользоваться мечом. Кстати, наполнение от игни увеличивает силу атаки и поджигает врага. По отварам это точно Экима, чтобы восстанавливать хп, остальное на выбор между Альгулем на адреналин, Древним Лешим на энергию, Туманником и Василиском на силу знаков, а также всеми отварами, увеличивающие урон, которые мы не раз разбирали на атакующих билдах. Единственный совет, используйте только 3 отвара. А при отправлении в бой юзайте сразу Неясыть, Петри и Марибор. И когда интоксикация чуть спадет и адреналин будет на максимуме, используйте Пургу. Получается очень круто. Что в итоге? Такой билд, конечно, не спасет от урона противников, которые на 30 уровней выше, они все равно убивают за 1-2 удара, но зато с противниками пониже ты вообще не беспокоишься за свою смерть, пока они там себе сгорают. Кстати, если у вас мало очков умений или дополнительных слотов, то можете совсем отказаться от линейки фехтования, от 5 навыка из алхимии, или от управления гневом, броса адреналина и контроля метаболизма из желтых навыков, хотя я этого и не рекомендую. В любом случае смотрите по своему стилю боя. Основная идея данного билда — это увеличение выживаемости при сохранении всех плюшек игни. И хотя финальные тесты и показывают уменьшение урона за тех с 10 тысяч до 8 тысяч на противников на 30 уровней выше, это все равно не страшно. Зато мы уверены в своей броне и знаем, что при необходимости можем достать и меч. Всем спасибо за просмотр, видео заслужило лайка и подписки на канал. Вариаций с игни, как я успел заметить, много. Напишите, какую используете вы, в чем ваш билд хорош, и опишите ваш классический бой. Следующее видео по магическим билдам будет посвящено Квену, но перед ним я сделаю обзор на моды. Особенные моды. А на этом все, увидимся в следующем видео, и всем на этом пока-пока.